Злата, а где мы находимся? Good evening, hello! Good evening, hello! Всем привет! А, вот это комната для детей. Тут живут детки. Туся, что ты делаешь? Я играю щенячьим патрулем вместе с Лаки. Молодцы, что вы дружите. Молодцы, что не ссоритесь. Это идеально, что в доме есть две лучшие подружки. Я буду сейчас прыгать. Мурррр, мяу. Давай, пойди поубирай за меньшими игрушки. Хорошо. Злата, я уже все поубирала. А что же мы будем кушать на ужин? У меня есть детская каша. Она очень вкусная и полезная. Давайте ее приготовим. Но на кухне очень холодно. Поэтому нужно одеть халат. Я уже одела халат, осталось одеть капюшон. Он у меня с ушками кролика. Ну что ж, надо быстренько идти, уже готовить кашу. Давайте на счет три. Один, два, три. Побежали, го! Так, давайте положим яблочко в кашку. А теперь все быстренько перемешаем. У нас будет не каша, а вкусняша. Идеально. Пойдемте кормить малышей. Детки, я уже принесла кушать кашу и с яблочком. И водичкой запить обязательно надо будет. Давайте я поставлю тут. Какая красивая кашка. И вкусно пахнет очень. А можно ее попробовать? Подожди, Фиона, мы еще не готовы к кушанию. И нельзя кушать с грязными лапками. Давайте для начала подготовим столик. Приятного вам аппетита, ребята! Спасибо большое! Пинки! Какая вкусная каша! Угу, Фионочки! Так, Снежинки! Туся! И Лакуси! Что-то ты сильно замазалась, Туся! Давай мы тебя вытрем в водичку. Веточку. И вытираем тушу. А теперь давайте я докушаю то, что вы не докушали. Нужно и мне попробовать кашу. Какая вкусная каша. Она ам-ням-ням. Спасибо, мы все покушали. Туся, самая большая.
теперь я допью. Водичка очищенная. Нужно умыться. Все, теперь я чистая. Ну что ж, ребят, давайте уже ложиться спать, ведь уже 9 часов. Что-то мне кажется, что на улице очень светло. Нужно посмотреть, что там в окошке. Злата, так на улице же еще светло совсем. Злата, представляешь, на улице светло. Где же наша ночь? Туся, ты что? Ты что, правда? Так, ребята, давайте мы напишем записку. Ой, а что это такое? Надо его раскрыть. Оранжевая паста, моя любимая. Тут письмо. Надо его прочитать. Так, кто украл ночь? Ну, я украл ночь, и что? Ага, адрес. Так, от Златы, Фантазер. О, хорошо, сейчас приду к ней в гости. Проходите. Привет. Кто меня звал? Вот, тебя никто не звал. А что, у меня есть ваше письмо. Да, ты его получил? Да, и это я украл ночь. Правда? Зачем? Чтобы все дети не спали. А мне стихи читали. Я очень люблю стихи. И еще я очень люблю песни. Кроку, давай мы тебе почитаем, попоем немножечко и будем ложиться спать, а ты вернешь ночь. Мы очень хотим спать. Хорошо, договор так договор. Кто первый? Я сейчас расскажу. Хорошо, рассказывай. Мишка катит на базар полосатый гладкий шар. Ой, так это же арбуз. Сладкий, сахарный на вкус. Браво! Теперь кто? Хитро улыбается Дед Мороз. Что он приготовил нам? Вот вопрос. Загадай желание, сладко спи, и получишь новенький ESP. Новый год, ёлка, шарики, хлопушки. Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, всем подарки под подушки отпускать. Новый год, никуда мы не хотим отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Чудесно. Ладно, ладно, верну вам ночь. Я пошел домой, а вы выключаете свет, и будет уже темно. О, вот уже и ночь настала. Идеально. Давайте помажем усики кремчиком. Все. И снежинки, пионочки. Это для того, чтобы носик был увлажненным. И мне носик помажем. Какой вкусный запах, понюхайте. Ну все, давайте я пойду выключу свет, и мы проверим. Ух тышка, уже ночь. Спокойной ночи всем. Нужно вас покачать немножко. Спокойной ночи. А какое ты видео хочешь посмотреть дальше? Может быть, вот это? Или это? Или вообще вот это? И не забудь подписаться на канал. Все тогда.